Совещание по коммунальным платежам и долгам перед ресурсоснабжающими организациями проведено администрацией района. Совещание проводил заместитель главы администрации Роман Назаров. На совещании были сверены итоговые цифры поступивших на счета поставщиков воды, газа и энергоресурсов финансовых средств по последним месяцам. К сожалению, ситуация остается сложной. Управляющим компаниям не всегда удается закрывать долги в соответствии с достигнутыми договоренностями. Суммарная задолженность за поставленную потребителям электроэнергию на 23 января составила 60 миллионов рублей. По водоснабжению Щелковский водоканал на 18 января недополучил с управляющих компаний 225 миллионов рублей. Суммарные долги за тепловую энергию превысили 370 миллионов рублей. Необходимость выровнять показатели так, чтобы текущая задолженность не превышала один месяц, такая задача была поставлена перед управляющими компаниями. На совещании с этой целью были утверждены графики погашения задолженности. У нас ряд факторов, влияющих на ту задолженность, которая образуется, то есть начиная от достаточно низкой собираемости от наших жителей. Это обусловлено тем, что управляющие компании в 2017 году достаточно имели большую миграцию с одного жилфонда на другой. Также те управляющие компании, которые не вошли в МОСУБЛЕРЦ, они абсолютно непрозрачны по работе именно с теми средствами, которые они собирают с наших жителей. На совещании было решено в конце недели собрать в администрации представителей управляющих компаний, у которых остаются непогашенные долги перед ресурсоснабжающими организациями. Отмечалось, что в отношении злостных неплательщиков, вне зависимости от причины появления долгов, будут применяться жесткие меры вплоть до лишения лицензии. Одновременно с этим поставлена задача усилить работу с теми из жителей, кто, несмотря на нормализацию работы в их жилом фонде управляющих компаний, продолжают задерживать коммунальные платежи. Здесь будут приведены в действие более строгие по отношению к должникам нормы законодательства, которые вступили в силу с января этого года. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».